И всем хай, с вами XDarten. И сегодня у нас будет батл аниматоров, хоть ее батлом назвать сложно, но я со своим братом будем делать анимации. И у кого будет лучше, тот и победил. В общем, правила такие. У моего брата есть неограниченное количество времени на анимацию. А у меня есть всего лишь 10 минут. Также не обращайте внимания, что на фоне Brawl Stars. Лень было делать монтаж с моим персонажем. Также оцените мой новый микрофон в комментах. Также, если будет желание, в описании будет ссылка на донаты, зазнайте. Ну что ж, всем приятного просмотра. Show you how we lose control, baby. Watch this. Look, look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting cut the blade. And of course it says my name if you want to wait. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. Control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go.
Если честно, это видео какое-то странное получилось, потому что... Ну, видите, уровень анимации слишком сильно различается. И, знаете, вообще немного как-то странно. Вот я так долго видео не снимал, так с халтурным видео снял, извините. Также, что говоря о моем сериале, он будет выходить долго, и серии будут выходить в нем долго. Ну, извините, но я такой человек, тяжело мне собираться. Итак, теперь что насчет анимации. Анимация довольно, ну, неподготовленная, потому что я что-то на таймер вообще забыл и делал в своем неторопливом стиле. И тут бац, я вспоминаю о времени и ничего не успеваю сделать. Поэтому анимация не закончена. Если кому интересно, я хотел, чтобы как бы он ударил его мечом, вот этот, ну, будем называть человек с белыми волосами, ударить, а тот как бы пропал и сзади ударил его. Ну, я не успел сделать. Ладно, значит, всем удачного дня, хорошего настроения. Спасибо, что посмотрели видео, если у вас будет копейка лишняя, задонатьте, если хотите. Ну, всем удачи и всем пока-пока.